Телегазета. Реклама, информация, объявления. Сдам двухкомнатную квартиру на длительный срок. Советский проспект, дом 16. Чистая, теплая квартира. Комнаты смежные. Второй этаж. Без посредников и залогов. 20 тысяч рублей. Плюс свет, газ и вода. 8-916-904-10-99. Светлана. Муниципальному предприятию «Ивантеевская теплосеть» на работу срочно требуется мастер котельной, слесаря по ремонту котельного оборудования и теплосетей, инженер-химик. Полный соцпакет, на предприятии заключен коллективный договор. Зарплата по результатам собеседования. Обращаться в отдел кадров по телефону 8-496-536-16-14. Интернет-провайдер IFSTAR сообщает для своих абонентов, что оплачивать интернет теперь можно с домашнего компьютера, с пластиковых карт, даже при заблокированном интернете. Пользуйтесь кнопкой быстрой оплаты на сайте IFSTAR в правом верхнем углу или на странице блокировки. Ивантеевский музыкально-драматический театр приглашает на премьерные показы спектакля «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. 16, 17, 23 и 24 апреля в 18 часов пройдут спектакли в КДЦ «Первомайский» по адресу Дзержинского, 1А. Справки по телефону 536-46-21. На работу в больницу Ивантеевки требуется педиатры и терапевты, отоларинголог и трансфузиолог, неонатолог, рентгенолог, врач по лечебной физкультуре, фельдшеры в школу и медсестры, медсестры в кабинеты физиотерапии. Справки по телефону с кодом 496, городской телефон 536-17-20. План спортивных мероприятий в Ивантеевке на апрель. 12 апреля в 9 часов «Хоккей Олимп» начнутся соревнования по общей физической подготовке среди инвалидов и пенсионеров. 16 апреля с 10 до 13 часов в «Хоккей Олимп» пройдут соревнования среди воспитанников детских садов Ивантеевки «Веселые старты». 17 апреля с 10 часов на спортивных площадках микрорайонов «Фубры» и «Бережок» пройдут соревнования по месту жительства «Веселые старты». 23 апреля в 10 часов в «Хоккей Олимп» пройдут соревнования по плаванию среди детей самоокупаемых групп. 23 апреля в 10 часов в «Хоккей Олимп» состоится также турнир по тэквондо ГТФ секции «Мау Фок Олимп». 24 апреля в 11 часов на стадионе «Труд» пройдет первенство «Гдюш» по общей физической подготовке среди юношей и девушек 98-2008 годов рождения. В течение апреля в Ледовом дворце «Лидер» на детской проходит открытое первенство «Гдюш» по фигурному катанию на коньках, а также закрытие зимнего спортивного сезона. В течение апреля на стадионе «Труд» проходит мероприятие по выполнению нормативов ГТО по стрельбе, а «Хоккей Олимп» проводит ГТО по плаванию. Уважаемые налогоплательщики! Инспекция налоговой службы по Московской области сообщает, что 15 и 16 апреля в операционном зале инспекции в Пушкино состоится акция «Дня открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ. Режим работы операционного зала в эти дни с 9 до 20 часов 15 апреля, с 10 до 15 часов 16 апреля. До 4 мая 2016 года в ряде случаев возникает обязанность по предоставлению налоговой декларации о доходах, полученных в 2015 году по форме 3 НДФЛ. О действующем порядке налогообложения можно узнать по единому бесплатному телефону контактного центра 8 800 222 22 22, адрес налоговой службы Пушкина, Московский проспект, 42. По вопросам размещения рекламы и объявлений в любой программе Ивантеевского телевидения звоните на новый номер в любой день.
8 985 063 62 56.